Всем привет! И вот многие из вас сталкивались с таким вот YouTube-блогером, как Юрий Подоляка, который якобы освещает ход боевых действий в Украине и фактически находится на стороне Российской Федерации. Я считаю, и мое мнение об этом человеке, это типичный российский ФСБшник, который завербованный ФСБ, которому ФСБ и контора пишет тексты, а этот человек, в кавычках, озвучивает их и подстрекает людей к боевым действиям, к войне. При этом сам сидит в теплом помещении и никогда его не отправят никуда. Это мое такое мнение.